Молодая гвардия «Единой России» отпраздновала день рождения. 16 лет активисты движения воспитывают патриотизм среди молодежи и помогают гражданам в сложных жизненных ситуациях. Мы продвигаем социальные идеи, воспитываем и формируем мировоззрение молодежи как к исторической памяти, так и к политической сфере нашей жизни. Поздравить молодогвардейцев пришли депутаты городского округа. Активистам вручили благодарственные письма и поблагодарили за плодотворную работу. Депутаты городского округа Химки готовы помогать нашим молодым людям в том, чтобы они могли найти в первую очередь свое призвание. Во вторую очередь, всегда готовы поддерживать их активность, потому что активность молодежи всегда показывает о том, что им интересны те процессы, которые происходят в нашем городском округе. Активисты молодой гвардии пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают помощь молодежи и участвуют в значимых социальных проектах городского округа.